фракция КПРФ провела согласительное такое заседание по поводу, пытались обсудить законность выдаваемых распоряжений и так далее. Объясните мне, пожалуйста, вот все, кто здесь сидит и уполномочен нам вот как бы дать ответ, как, даже если мы имеем некие документы, там, согласованные, пускай даже с нарушением со стороны органов государственной власти, вот как вот эти вот документы могли быть согласованы вопреки уставу города Москвы, который, повторюсь еще раз, в третий раз, имеет высшую юридическую силу? Я хочу обратиться к градостроительному кодексу города Москвы. Здесь написано, что документация по планировке территории, не соответствующая законодательству в области охраны объектов культурного наследия, не подлежит утверждению. А если она утверждена, не подлежит применению. Таким образом, у вас находится документация, которая, по которой вы не можете строить. Хотите вы этого или нет, но это факт. Очень много подтасовки ваших документов. Вся территория парка, включающая два участка, которые сейчас незаконно застраиваются, является стоящим на кадастровом учете земельным участком. Это земельный участок, у него кадастровый номер заканчивается на 3982, остальное все, что было. И он имеет разрешенное использование земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, по номер 1.2.14. Это важно, потому что это касается приказа Минэкономразвития о типах территорий. Так вот, любое строительство на таких территориях не допускается. В принципе, целевое использование территории его не позволяет. Строительство спортивных объектов – это другое целевое использование, 1.2.17. И как совершенно правильно говорил Андрей, что по уставу города Москвы, это высший закон города Москвы, любая документация, не соответствующая закону города Москвы, не подлежит применению. То есть весь этот набор макулатуры, разрешение на строительство, ГПЗУ на несуществующие земельные участки, договора пользования на несуществующие земельные участки, они не подлежат применению. Были приглашены всяческие представители исполнительной власти, которые ответственны за это принять решение. Естественно, никто не явился, что, в общем-то, ну и следовало, чего и следовало ожидать. То есть те, кого избрали, пришли, те, кого назначили, видно, то ли им не разрешили, не дозволили, то ли они сами побоялись. Короче, никого не было. Первое, что необходимо в резолюции отразить, это сорванное мероприятие по вине администрации города. Вот это необходимо. Причем, я бы сказал, слово может быть преступно, избыточно, но... сознательно, а почему слово преступно приходит в голову? Потому что действительно, мне кажется, власть просто провоцирует, просто ждет. Когда у населения сдадут нервы, власть не случайно не пришла. Она знает, что она делает это все практически незаконно, либо с нарушениями законности. И это происходит на каждом шагу. Не придя сюда, уклонившись от обсуждения, она лишний раз дает понять, что ей плевать. И отсюда, жители, мы с вами вправе говорить, что все здесь красиво написано, у нас вызывает прямое недоверие. И каждый из выступавших именно об этом говорил. То ставится под сомнение доступность, то ставится под сомнение, а не будет ли еще здесь что-то построено и так далее. Обсуждать, собственно, проблем было не с кем, но картина ясна. Без согласования с местным сообществом плюют на налогоплательщика, плюют на граждан и делают, что хотят. То есть бесчинствуют, это уже мое мнение, что бесчинствует строительная мафия. Фактически процветает Кущевка, какие-то казаки смеют избивать москвичей, при этом полиция задерживает представителей жителей, вменяет им административное правонарушение. Ну, в общем, бесчинство власти, я так это понимаю. Был вопрос при Виктории по поводу ЧОПа. Забудьте это слово, ЧОП. В управлении внутренних дел нам сказали, что там никакого ЧОПа нет. Там есть люди, которые пришли из так называемого центра казачьего войска, московского казачьего общества, руководитель
Смирнов. Этот Смирнов, вот уж точно мошенник. Я его на многих стройках встречал. Это самозванцы. Вот, иногда они рядятся в тогу каких-то православных активистов. Вот, иногда они какие-то бушлаты на себя одевают, изображают из себя каких-то военизированных формирований и так далее. Меня удивляет, почему с года в год управы, префектуры Москвы привлекают для зачистки от протестов жителей вот такие вот совершенно непонятные полукриминальные организации. В УВД нам сообщают, что эта организация не имеет никакого отношения к частному охранному предприятию, но при этом их оттуда никто не просит убраться. Вот эти люди, которые у себя на спине написали, кобра какая-то еще в издевательском каком-то ключе. Вот это, если префектура здесь присутствующий, представитель, сможет на этот вопрос ответить, зачем вы бандитов привлекаете для атаки на жителей с целью реализации незаконных градостроительных проектов? Вы можете это сказать? Если вы не можете, то кто здесь может из чиновников присутствующих ответить на этот вопрос? Настолько скандальная стройка, даже на моей богатой памяти, не могу, были такие, но в таких масштабах, такого, по такой площади территории, с таким большим количеством жителей протестующих, мало на моей памяти. Давайте прекращать это быстрее. Вы хотите что, социальную напряженность? Вы хотите дело до кровопролития там довести? Потому что жители очень твердо стоят, у них есть чувство собственного достоинства. Они скоро действительно будут создавать отряды самообороны против этих негодяев, которые себя ЧОПом обзывают. Давайте все это прекращать. Я считаю, обращаюсь к организатору круглого стола, вот Леониду Андреевичу, прямо сегодня от имени круглого стола сделать резолюцию с требованием немедленного прекращения этой стройки и направить фельдъегерской связью господину Собянину. Спасибо. Такие вещи безнаказанно не проходят. Я полагаю, как человек с жизненным опытом большим, что это может очень плохо кончиться. И люди должны подумать, в общем-то, что с этим совсем делать. Но вот диалог с властью не получается. Она не умеет, может быть, говорить, не хочет, боится, я не знаю. Что мы имеем, да, когда местные жители игнорируются? Мы имеем довольно опасную штуку. Мы имеем социальную напряженность. Да? И в пределе социальный взрыв. Нужно ли нам это? Готовы ли застройщик, префектура, да, те, кто сегодня не пришел, быть ответственным за возможный социальный взрыв? Потому что все мы понимаем, да, что происходит, когда недовольство местных жителей, а эта история не локальная, история с парками и застройкой парков происходит по всей Москве. Да, по всей Москве местные жители бурлят. Что происходит, когда такие вещи плюсуются к экономическому кризису, да, не нужно рассказывать, какие могут быть эффекты. Поэтому я призываю всех, все стороны, да, нашего разговора исполнительной власти, которая надеюсь нас слышит, понять, что у нас есть некоторым образом общий интерес. Да, наш общий интерес состоит в том, чтобы не допустить социального взрыва. Потому что мало никому не покажется. И игнорировать друг друга, представлять, как делают некоторые СМИ, местных жителей маргиналами, фриками и так далее, стратегия ошибочная. Мы уже неоднократно по вашей просьбе стройку приостанавливали, но просто вопросы, которые у вас были, мы отвечали, да, до бесконечности. Нет, вы не отвечали. Ну, все вопросы, которые задавали мне, на все вопросы я отвечал. Это те встречи, ответ, которые мы проводили у нас непосредственно в офисе, мы также с вашими. То есть вы готовы еще неделю приостановить? Нет, не готов. Как не готовы? Слушайте, до этого были просто разговоры, а сейчас вы вообще-то в Мосгордуме находитесь. Это городской орган власти. И депутаты к вам обращаются. И общественность. Неужели вы пойдете против них? Конечно. Тогда нам что, готовить отряды против кобра? Мы сможем. Вы хотите побоище там получить? И вы будете в этом виноваты. Да. Еще раз скажите, готовы приостановить работы? Нет, я еще раз спросил. Ему дают еще шанс. Ну, вам шанс даем сейчас.
Я на ваш вопрос уже один раз ответил. То есть вы не готовы. Нам готовиться к, так сказать, серьезным действиям. Хорошо, спасибо. Мы хотим провести референдум. Сказать раз и навсегда, нет строительства никакому в парке. Референдум будем инициировать сами, насколько я понимаю. Хотя коммунисты обещают поддержку, и яблоко тоже. Ну вот попробуем. В Голландском районе практически мы подошли к этой черте. И мало того, хочу сказать, пусть все знают и думают, и помнят, что в Москве инициативные группы объединились в Координационный совет для совместных действий.